Студенты Буддийского университета с интересом читают новую книгу. Она только из типографии. Называется «Сэмжун». Ее выпустил их ректор. Дымбрыл Лама 17 лет учился в Гамандацане и написал ее на основе лекций. На русском языке, поэтому материала, можно сказать, очень мало. И он как раз используется в учебной такой пособие, как учебное пособие у нас в университете. И для людей, я думаю, он будет очень полезен, потому что там как раз рассказывается об эмоциях и работа с ними, особенно с отрицательными эмоциями, как работать, как с ними бороться, можно сказать, или же как их устранять. В книге ректор на русском языке объяснил 51 ментальный фактор. Она будет интересна тем, кто изучает и практикует буддизм. Все наши эмоции раскладываются на как бы несколько составляющих. И как важно с этими эмоциями работать. На плюс их или вести, или на минус. Некоторые ведь эмоции положительные очень. Надо немножко назад отводить. Как вы справляетесь с своими эмоциями? Научите. Дайте дельный совет нашим телезрителям. Ну, дельный совет – это самое главное, наверное, во всем. Это нужно изучать, смотреть, советоваться, ну и после этого применять все, что описано в книге и опыт наших лам. А как это сделать, когда ты весь на эмоциях, из себя все прямо? Ну, эмоции, это, конечно, это эмоции, они всегда есть, без эмоций нельзя, но уметь сдержать эти эмоции, этому надо научиться. Можно годами это делать? Нет, не обязательно. Так не научиться, нет? Можно. Можно быстро. Все можно. В первой части книги «Сэмжун» Лама описал способы противоядия от негативных эмоций и методы, которые приводят к спокойствию ума. Задумку автора уже оценили читатели. Человек может научиться обуздывать свой ум, убирать негативные эмоции, культивировать позитивные, находить в более позитивном, счастливом состоянии ума. Как бы, да? И вот буддийский путь совершенствования как раз состоит в этом. Да? Как быть самому счастливыми и счастье людям вокруг дарить. Все эти проблемы касаются как священнослужителей, так и обычного гражданина. Тем более мы живем в такое неспокойное время, что всем надо быть немножко буддистами в душе. Чем больше мы будем знать о таких полезных вещах, тем лучше. Тираж книги, которая учит справляться со своими эмоциями, 600 экземпляров. Купить ее можно в Иволгинском Дацане. Мария Латышева, Батог Армын. Новости дня.